Компания «Технологии будущего» сегодня представляет главное предложение дня – медицинский прибор «Нанопрос». И сегодня мы помогаем более 3000 женщин в России. Каждая, кто сегодня приобретает наш набор, получает «Алгосгель Нефра». Сразу же 3 банки в подарок. Итак, дорогие, если вы страдаете недержанием мочи, у вас запор, геморрой, различные воспалительные процессы, такие как цистит, уретрит, вы знаете, что именно медицинский прибор «Нанопрос» поможет. Это не только профилактика недержания мочи, но это серьезные застойные явления, воспалительные явления мочеполовой системы у женщины, которые не дают ей жить спокойно. Если у вас ослаблен тонус, то вы получаете сегодня не только вибромассаж, но и пульсирующее магнитное поле. Это 2 мощных физиотерапевтических воздействия, которые благодаря 15 минут в день уже решают такую проблему, как недержание мочи. Внимание на экран! Сегодня, я обещаю, мы решим эту проблему вместе с вами. Итак, дорогие, я еще раз напоминаю, уникальный день, уникальное событие. Сразу же скажу, мы представляем с бесплатной доставкой, с пожизненной гарантией компактный, удобный медицинский прибор для решения таких деликатных проблем. Дискомфорт, постоянный стресс и жгучее чувство стыда. Так живут почти 40% женщин старше 30 лет. Все дело в недержании мочи. В основном от такой деликатной проблемы страдают женщины от 20 до 80 лет. Но чаще всего недержание возникает у дам от 45 до 60. Почему это происходит? У молодых женщин мышцы тазового дна часто перерастянуты и ослаблены после родов. Но ближе к 50 меняется еще и гормональный фон. Уменьшается количество эстрогенов, мышцы теряют силу и эластичность. Моча снова подтекает, а женщина нуждается в дополнительных средствах гигиены. Исследователи утверждают, чаще других недержание возникает у женщин с генетической предрасположенностью, избыточным весом, при неврологических проблемах и на фоне сахарного диабета. По статистике, в развитых странах к специалисту по поводу недержания обращаются 30% женщин, а в России таких лишь 10%. Многие считают, что утечка мочи – это неизбежная часть старения. Они добровольно мирятся с раздражающими симптомами, меняют образ жизни и замыкаются в себе, впадая в депрессию. Мои дорогие, длительная тяжелая работа, частые сложные роды, нехватка эстрогена, потеря коллагена с возрастом – все это приводит, к сожалению, к недержанию мочи, к запору, геморрою. И сегодня мы решаем эту проблему. И еще раз повторюсь, мы не стесняемся об этом говорить, потому что эта проблема будет полностью решена. Я хочу обратиться сейчас к нашему научному сотруднику компании «Технологии будущего» Сергею Голицыну, который расскажет, за счет чего и при принцип работы нашего медицинского продукта. Внимание на экран. Прибор «Нанопрост» включает в себя 2 мощных физиотерапевтических действия. Это воздействие магнитного индукционного поля и вибромассажа. Вибромассаж способствует 14 тысяч сокращениям мышц за одну буквально только процедуру, что позволяет восстановить их тонус и наладить функцию мочевого пузыря. Если мы говорим про магнитно-индукционное поле, оно способствует притоку насыщенной кислородом крови к органам малого таза, что позволяет вывести все воспалительные очаги в области малого таза, наладить реологию крови, восстановить стенки сосудов. И те самые воспалительные процессы мочеполовой системы, которые приводят к ослаблению связочного процесса, они сегодня решаются именно благодаря «Нанопрост». Медицинский прибор с пожизненной гарантией. И самое главное, еще раз повторюсь, вы забудете о таких проблемах, как недержание мочи, запор, геморрой, аднексит, различные воспалительные процессы. Благодаря 15 минут в день, когда вы будете сидеть на этой подушечке, разные программы, вы сможете это сами, без физиотерапевтического кабинета, без доктора, без консультации, решать эту проблему. И сейчас я хочу представить вам одного из разработчиков нашего медицинского продукта компании «Технологии будущего» «Нанопрост». Это Александр Эдигер, который расскажет, кому прежде всего, для кого был создан наш медицинский продукт. Внимание на экран. Кому рекомендуется к применению прибор «Нанопрост»? Давайте рассмотрим все группы населения, которым он формально показан. Женщины. В данном случае, как это ни специфически звучит, это практически все возрастные группы. Это ситуации после родов,
у женщин фертильного возраста это состояние преклимактерическое и климакса во всех его клинических вариантах. Это поражение, так называемые урогинекологические, когда мы имеем ситуации с длинным, долговременным спазмом тех же маточных труб, той же шейки мочевого пузыря, тех же мочеточников, которые проявляются или недержанием, или гиперактивным мочевым пузырем. Это хронические воспалительные процессы органов малого таза у женщин. То есть, если подвести итог, то это почти все возрастные группы или все возрастные группы. И главное следующее, что мы получаем общий эффект. Этот общий эффект – это уход от долговременных спастических состояний, это мощный противовоспалительный эффект, это восстановление капиллярного кровообращения, и в итоге это выход из длительных, так называемых, почти неизлечимых или очень трудно рассматриваемых хронических воспалительных дисфункциональных состояний. Медицинский прибор с доказанной эффективностью от российских ученых. Еще раз напомню, сегодня абсолютно всем показаны. Вы знаете, самое главное, что сегодня уже бесплатная доставка и пожизненная гарантия. Если есть генетическая предрасположенность, сахарный диабет, заболевание, при котором происходят сосудистые изменения всех органов, включая мочеполовую систему, у вас были инфаркты, инсульты, сбой гормональный, не хватает эстрогена, возраст женщины более старше 40 лет, после родов. Родовые травмы, это были серьезные роды, достаточно сложные для женщины. Именно для вас, дорогие наши, сегодня показан уникальный медицинский прибор. И именно за счет специального вибромассажа, за счет электромагнитного поля мы приводим в тонус мышцы, связки, которые подтягивают внутренние органы, которые помогают жить прекрасно нашим женщинам. Мы не стесняемся, мы не замалчиваем эту проблему. Только сегодня в подарок 3 банки Алгосники Лефра, подарок для работы мочеполовой системы.